Итак, ребят, всем привет! После просмотра видео об обновлении Parallels Desktop с 19.0 на 19.1 попросили снять видео о чистой установке. Итак, вот папка с файлами. Данная папка есть в Discord сообществе. Подписываемся, забираем. Ну что, поехали. Итак, первым делом мы запускаем установщик. Это закрываем. Также потребуется разрешить программу из любого источника. Для macOS 11 и выше вот эта команда. Давайте копируем. Открываем терминал и вписываем эту команду в наш терминал. Вводим пароль, закрываем параллельку и терминал. Далее у нас есть утилита Parallels Desktop Activation Tool. Разархивировали, запускаем. Параллелька закрыта полностью. И жмем Install. Все, теперь патч статус установлен, выходим и запускаем уже нашу виртуальную машину. Но она так вот не запустится. Идем в программы, Parallels, зажимаем Ctrl и жмем открыть. И теперь смотрим бизнес-версия. И теперь мы можем запускать параллель, как обычную программу, и включаем операционку. Все работает. Что касается установки другой операционной системы, я затрону эту тему в этом видео, потому что сам еще не проверял. А есть люди, которым это важно. Центр управления, плюсик. И, например, вот. Get Windows 11 from Microsoft. Продолжить install Windows. Теперь даже при активированной параллельке можно установить любую операционку. Windows, Linux, macOS. То есть что хотите. Вот так вот. Если видео понравилось, лайк, подписка, комментарий. Вступаем в Discord сообщество. Подписываемся на группу ВКонтакте. Всем удачи, пока!